Грехо. А мне хочется включить назад камеры. Почему они у меня, у вас пропали камеры? Теперь Да show у нас cameras Найт during night face. сняла. Все. Да. О, я себя вижу. Кайф. Я тоже все вижу, Да, да? это чвики Я отключил. тоже теперь все вижу. Все меня видят теперь. Да. Марка меня. Нет. Марио, берите от вас селфи, ничего. Дарка, почему ты голый? Ну, не знаю, мне вот. Ха-ха-ха, да, я издеваюсь. Олечка у нас Яга Бабл, она стартует, зная какую-то фразу, одну из двух, которые я ей скажу. Если она будет эту фразу говорить на всеуслышание, то сколько раз она скажет, столько раз может умереть игрок какой-либо в любой момент дня и ночи. И, собственно говоря, такой вот демон. А может и не умереть, up to me. Она сама по себе не убивает. Слава — это гарпия. Гарпия выбирает двух игроков ночью и заставляет одного говорить, что второй — это злый день. Если это будет недостаточно уверенно отыграно, то эти оба игрока могут умереть. У нас Dark Watch, Night Watchman. Один раз за игру он ночью может выбрать игрока другого, и этот игрок узнает, что Dark Night Watchman. Таня — это Fortune Teller, два раза, вернее, два раза. Каждую ночь выбирает двух игроков и узнает, демон ли один из них. Вот. Джерри — это... Да, и у нее Ян тоже будет значиться как демон. Джерри Инкипер выбирает двух игроков, они отравлен, один из них становится отравлен, но оба защищены от демона. Наверное, не стоило этого чувака сюда вкидывать, потому что я не знаю, как его отыгрывать на Яга Бабле. Но у нас также есть еще и Майк Хеттер, который это аутсайдер, который, если умрет, то демон и миньон могут вообще поменять свои роли. Причем даже могут стать и другими, ну, в смысле, демон может стать миньоном, а миньон стать демоном. Чвики — это Village Idiot, каждую ночь просыпается и узнает, есть ли у нас кто? Я забыл. Если нет никого, он узнает роль красной или синей у того игрока, которого он выбрал. И так как он единственный Village Idiot, то он не пьян и будет узнавать правду. Ян — это эмпат, это его любимая роль, я думаю, и мы все ждали, когда же он опять снова будет эмпатом. И вот, Ян, тебе так выпало, честно говорю, не проставлял. Тебе, да, не проставлял тебе роль. И Steelfill — это мутант, это изгой, который должен притворяться, что он не изгой, то, что он таунсфолк, ну, либо демон или миньон. И если он не достаточно уверенно будет это делать, то я могу его экзекьютнуть в любой момент. Просто супер вывет. Привет. Привет, ты Я издеваешься. не издеваюсь. А Ты более издеваешься. того, во-первых, ты узнаешь то, что Слава твой миньон. Ты издеваешься. Все, вообще, это мне кажется сразу поиграно. Ну Ну, давай. посмотрим. Сейчас я расскажу тебе про демона, но можешь записать свои блефы. Это Госип, Фишермен и Пикси. Пикси. Пикси, знаешь, как играется? Ну, ей сразу нельзя говорить, что ты Пикси, надо клеймиться кем-то. Если Поэтому ты сразу клеймишься блеф. кем-то, и этот кто-то умирает, Ну, то ты понятно, получаешь блеф. его способность. Но Обилку, да. обязательно этот игрок должен быть уже на столе. Вот. А теперь к самому веселому. У меня есть для тебя две фразы. Ты выбери одну из них. Первая фраза — это «Кто под гарпией?», а вторая фраза — это «Знаю об аутсайдерах». И сейчас ты выберешь одну из них, и я тебе расскажу, как это работает. Ты, если публично эту фразу говоришь, то столько раз, сколько ты ее говоришь, столько раз умирают
или меньше, столько раз умирают игроки. Причем они могут умереть как днем, так ночью, в любой момент абсолютно, up to me. Соответственно, чем меньше ты скажешь раз эту фразу, тем хуже. Или лучше, неизвестно. Может быть, это лучше, наоборот. И учитывая, что я должен ее тоже слышать. Вот. Ага. Поэтому шептать не буду. Еще раз, что по поводу аутсайдеров? Две фразы. Либо ты одну сейчас выбираешь. Кто под гарпией? Это первая фраза. А вторая фраза – знаю об аутсайдерах. Знаю об аутсайдерах. Знаю. Тогда вторую. Знаю об аутсайдерах, да? Окей, да. Значит, так и запишем. Не хочешь с гарпией возиться? Блин, фу, ненавижу гарпию. Окей. И мартышку ненавижу. Гриндеры вообще офигенски. Да. Ладно, давай, пойду дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Итак, ты миньон, а демон твой, угадай кто? Олечка. Вот. Ты миньон, ты гарпия, ты знаешь, как ей играть? Ты, по-моему, играл. А, ты даже гарпией был, да, по-моему? Мы играли с гарпией, скажем так. Да, тогда выбери двух игроков. Ну, давай. Первое имя Чвеки. Угу. Пить он будет Джерри. Мэтт о том, что Джерри это... Чвики будет должен топить Джерри. Окей? Угу. Давай. Давай. Что происходит? Здравствуй, мой дорогой эмпат. Какой еще раз? Дорогой эмпат. А, дорогой. А ты узнаешь ноль. Здорово. Спасибо. Очень как хорошо быть в ноль. Я помню. Давай. В тот Привет. Момент, когда все запаниковали, ты таки пришел ко мне. Давай. Ну, давай пойдем. Стилфил и Чвики. Стилфил и Чвики, и ты узнаешь нет. А, ну, ноль, то есть. Демон зачастую один. Ты узнаешь нет. А, ну да. Давай. Да, спасибо. Привет, мужчинка. Я успел за бутербродом сходить. Давай проверим Майка Кей. Нет. Ты вот успел, и пришлось мне тебя ждать. Да ладно, я ж... А знаешь почему? Ну? Потому что ты был выбран гарпией. Теперь ты должен... говорить и иметь в виду, и это прям должно быть очевидно, что ты против Джерри. Вообще без вопросов, но давай все-таки проверим Майка Кей. А ты проверяешь Майка Кей. Ну, вообще-то, я, может быть, не, еще не твоя очередь, но ладно, так уж и быть. И ты действительно дождался своей очереди. Ты узнаешь синий? Спасибо. Давай. Пока. Привет. Да, не сегодня. Давай. Фразу сказать, так что... Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Я умер, а вы нет. Живите и процветайте. Но у вас немножечко времени есть пообсуждать все. А в стол у кого-то будет? Ну что, миньон, взлетайте ко мне. Я все еще пытаюсь сказать... Давай, говори. Леди Гага будет еще играть в втором Джокере. И в Power Time, please. Это информация для ночи. Стилфил, ты опять мэр? Нет, я все еще пытаюсь сказать. Что ты красный, он, видишь, свет выключил. Не-не-не, я пикси, я плюшевый пишу. По соседям пройти, что ли?
Нет? А, окей, это был просто... Я пикси. Ну, блин, давай нормально. Не, ну давай так, ладно, я не пикси, это мы просто ночью обсуждали. Окей. Я ну, не знаю, буду тройку тебе давать или не тройку. Ну, ну давай, пикси, эмпат, идиот. Так. Пикси, эмпат, идиот. Да. Ну, окей, понятно, в общем. Пикси интереснее. Так, я скажу, что я последняя четверка. Ага, окей. Окей, давай. Мишенька? Майкей? Не-не-не-не. Все и знают, что чуваки заходят, спрашивают три роли, уточняют еще одну и потом уходят, получается. Как хотите. Давай с тобой. Которого у нас тут еще есть. Я готов пообщаться вообще. Ну, потому что им надо... Ему залетать к нам. Ну, потому что я пикси, эмпат или идиот. Как это? Пикси, эмпат или идиот? Ну, опять. И точно... Бред вообще, синие. Очнитесь. Последняя тройка, так, в этот раз я вот так. Ага, а Дарк последняя четверка, смотри, как интересно идет. Четверка последняя, я же сказал. Да. Четверка он назвал? Прикольно, а что это так, про 4-3? Ну, захотел. Ладно. Давай. Мишка, пока-пока. Пока-пока. А, Трила Чиди? Нет. Ну, я ладно. Не говорю. Нет ее по имени, да. Угу. По поводу... Я общается. А вот я вернулся. Идем. Я хотел по-другому. А я хочу с тобой в личке поговорить. Что это такое вообще? Я хочу в личке говорить. Окей, хочу в личке разговаривать. Понял. Что такое? Послушайте, зайдите, смотри. Вот. Ты обычно аутсайдеров ищешь. Будешь в стол искать аутсайдеров? Я спрашивал, будут ли открывать. А что? У тебя есть какие-то стол? Да, я пикси. Пикси? А зачем ты скрываешься пикси? А я тебе скрываю пикси. А пикси это не аутсайдер, пикси это таунсфолк. Он должен быть мэтт. Я не аутсайдер. Я не аутсайдер, потому что. Я не аутсайдер, я пикси. Я с вами говорил троечку, и Дарк говорил тоже троечку. Там пикси, пат и идиот. Я тебя понял. Я эмпат. Я эмпат. У меня ноль сегодня было. Я тебе верю, супер. Я верю Чвике. Верю тебе, и я верю Чвике. Все, давай, погнали. Олечка, идем поговорим. Я сказал свою роль. Скажем так, если бы я был с той ролью, с которой Джерри, я бы не хардклеймился. Я надеюсь, что те, с кем я поговорил, не красные. Либо я сдохну. Слушай, а оп. Реально. Обменяемся троечками? Так, ну короче, ты кто? Пикси, эмпат, идиот. Пикси, эмпат, идиот. Ну то есть ты все еще настаиваешь, что ты пикси? Либо мы сейчас поидиотим. Посмотрим, как пойдет. Окей, ну я, соответственно, всем говорила до сих пор, что я вторая тройка. Так, и продолжим поэтому... говорить, да? То, что тут большое пересечение, я не буду менять. Понял, хорошо, давай. Личку. Да, очень хочу как раз с тобой. Только одну секунду. Дима, вроде хорошо. Хорошо. Пробуем вычислить кого-то. Ясненько. Что-то эти аутсайдеры молчат, да? Ты обратил внимание? Ну, вот это просто время. И кто-то при этом должен умереть. Ты опять мутный, да? Как там? Это здание, оно окроплено кровью. Так, Майк, что это за метаигры? Ты знаешь, что это за метаигры. Идиотить сейчас. Но пока что я доверяю. Вот, супер, все, давай.
Ой, блин, не успеваю. Ладно. Здравствуйте, ребята. Будут ли госипы? Да, госипы. Да. Будут. Так, Ян, твой госип. Кто там дышит в микрофон, так шажет, вздрогнул? Я дышу. Не надо. Ян, твой госип. Первый, у нас два аутсайдера. У нас два аутсайдера. Окей. Слава потом был, по-моему. Опусти руку. Так, ну давайте я. У нас в игре присутствует Ягобабль. Ягобабль, хорошо. Олечка. Так, у нас... Ну, тут нельзя мне сказать демон от Майка до Стилфила, да? У нас слишком их много. Ты можешь, это, ну, типа, ты можешь сказать... Ты делаешь любой стейтмент. Если он оказывается прав. Я скажу, что Стилфил у нас все четыре демона и... Это не... Если что, еще раз, это не джаглер. Ты не должен... Ты не должна именно роль угадывать. Ты любой вообще стейтмент в игре. Стейтмент, да, от Майка до Стилфила демон. От Майка до Стилфила с какой стороны? Майк, Чмики, Ян? Вики, Ян, Стилфил. Да. Там демон? Да. Интересный ход. Ладно. Хорошо, Стилфил. Тогда начинаем наш первый движ. Стилфил-мутант. Хорошо, Чмики. Я госиплю, что Джерри демон. Что Джерри демон, хорошо. Будут ли номинации? Номинирую Стилфила. Кто? Ян номинирует Стилфила. Ян номинирует Стилфила. Хорошо. Говори, почему? Потому что я думаю, что у него такая роль, которая пользу городу не принесет, и это будет городу безопаснее без той роли, которая является у Стилфила. Хорошо. Стилфил, твоя защита. Единственное, что я хотел бы обсудить с городом, да, я действительно мутант, я могу прямо сейчас отъехать. Считаете ли вы это разумным и так далее? Хотелось бы отъехать. Можно прямо без номинации. Добавить? Олечка, добавляй. Я знаю об аутсайдерах, вот, синий город. Я не уверена, что Стилфил правду говорит. Окей, начиная... Можно мне еще добавить? Угу, да. В следующей номинации я буду номинировать себя, и поверьте мне, сначала нужно убить меня. Окей. Начиная с Олечки. Начиная с Олечки, 3-5 голосов нужно, чтобы казнить Стилфила. А какая фраза у нас? Я все еще пытаюсь сказать, а какая фраза у нас будет? Так, а может, это и есть фраза? Я мутант. 4 голоса недостаточно. Будут ли еще номинации? Майкей номинирует Майкей. Майкей номинирует Майкей. Скажи нам, почему? Майкей является хеттером. И если вы почитаете мою роль, то начинается это так. You don't want to die. Но... А, нет, стоп, это немножко не то, это лафинг. Don't die. Don't die. As soon as you die, бла-бла-бла-бла-бла. Понятно, что для меня не умереть, это будет довольно сложно. И следующая опция. Die as early as possible. Почему? Потому что миньоны и демон поменяют роль как можно раньше. И после этого нам будет просто проще играть, чем если они... А, написано, что the worst scenario, когда вы можете умереть, это посередине игры, что я обычно и делаю. In the middle game. Вот. Поэтому надо сначала убить меня, пусть миньон и демон выберут свои роли, а потом убивайте кого хотите. Окей. Это подстава для красных. Майк, погоди, а чем? Вот они, у них уже у красных есть роли, а чем они их не устраивают? Зачем им выбирать новые? Забегать или убивать? Ты зачем сейчас это делаешь? Чем раньше, тем лучше, потому что потом нас запутают. Начиная с Чвики, 5 голосов, чтобы заблокировать Майка.
не согласны, по какому из выборов ты голосуешь. Уважаемый стол, а только мне Чвики и Слава стали подозрительными только что? Мне Слава стал подозрительным. Ваше мнение? Всем достаточно? Очень. Нет, ну мне Слава будут не номинируют Джерри. Я уж не знаю, как с вами играть. Чвики номинируют Джерри. Все сразу подозрительные. Ну это что-то прямо уже зашло. Скажи, почему? Я объясню. Я пообщался с Джерри. И со вторым буквально игроком, и он представился мне ролью, причем он сразу сделал хардклейм, я не успел ничего сказать, я говорю, давай троечки, что-нибудь, он прямо вместо карьер лицо, и он ролью представился, ну, который, ну, нельзя представляться вживую никому, ну, типа, мы с Джерри давно общаемся, и он мне достаточно доверяет, чтобы, типа, я понял, какая его роль и без хардклейма. А с той ролью, с которой он представился, он либо очень сильно пытается себя осенить, чтобы вообще не трогали, либо он красный. Поэтому мне кажется, что он красный. Я считаю, что он красный игрок. Вот. Хорошо, поэтому, Джерри. Короче, не, очень нелогичное действие хардклейма с этой ролью. Окей, Джерри, твоя защита. Окей. В первую очередь, нападение от игрока, который решил не убивать Хеттера, которого в начале игры может больше помешать, чем помочь красным. Это убили бы красный, и без меня, там было 8 голосов, там было пофигу. Я вообще про тебя думал, он тебя смотрел, когда было голосов. Ну, неважно. А момент номер два. Я выбрал для себя достаточно давно, я это многим, кстати, говорил и в прошлых играх, тактику. Я выбираю несколько игроков, которым я доверяю, каким-то внутренним чутьем, кому я открываю свою роль, либо намекаю, либо говорю ее полностью. И дальше логика очень простая. Если меня убивают, то, скорее всего, меня убил тот, кто знал мою роль. Ежели это не так, тогда, получается, мне есть кому доверять. Соответственно, я выбрал несколько человек, кому я предполагаю, что могу доверять, и им я сообщил. Кроме тебя, есть еще один игрок, который знает, какая у меня роль. Окей. 7 голосов, чтобы сравнять, 8 голосов, чтобы заблокировать Джерри. Начинаем с Майка. Я все еще хочу сказать. Ну, говори. Я забыл, что я хочу сказать. Один. Недостаточно. Итак, последний запрос на номинации. 5. Майк, тебе так идет эта маска. Что? Слава, что? Стилфила. Слава номинирует Стилфила. Вообще, обвинение такое. От него идут странные фразы, не очень... Падающий в стол. Это стой, стоять, извиняюсь, ты он не можешь. Уже да, да, да. Спасибо. Ты не можешь номинировать. Завтра бьем. А, итак. Ну, потому что Стилфила Ян номинировал уже. 5. А, я позевал, да. 4. Но у него реально странные фразы падают. 3. 2. Я развлекаюсь. 1. Майк Кей умирает. Спокойной ночи. Ты не хочешь спросить, как? Ну, не ладно. Вот видишь, как обидно, да? Я Майкей. Так. Я решил не убивать мутанта, потому что он might die. Это немножечко сейчас поможет красным. В любом случае, я потом как-нибудь могу убить Стилфила. Но сейчас было, наверное, слишком палевно убивать, учитывая, что Хеттер хотел сам умереть. Пусть так будет сейчас. У нас еще куча синих ролей крутых. Чвики и Джерри я решил не убивать. Чвики достаточно хорошо ударил в Джерри, но я не посмотрел, голосовал он или нет. Неважно, это все равно не перебило бы Майка. Это что касается моих объяснений. Теперь мы пойдем к Инкиперу. Привет. Выбери двух игроков. Так. Ла-л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 а. Дарк и Стилфил. Дарк и Стилфил. Хорошо. Так. Ну, я сделаю, естественно... А как? Типа, да, сейчас посмотрим. Дарк будет дранк, Стилфил будет сейф. Привет. Привет.
Выбери двух игроков. Так, Ахветерского нет. Ну ладно, вообще выберу, там посмотрим. Так, я продолжаю выбирать тогда Чвики, как Мэтт. Только в этот раз безумным делаю второе имя, это Таня. Чвики, Мэтт, что Таня... То есть Чвики первый выбор, Таня второй выбор. Хорошо, давай. И вот сейчас порядок важен, я должен зайти к Чвике. Здравствуйте. Приветствую. Вы должны знать, что Гарпия выбрала вас обоих о том, чтобы вы говорили, что Таня красный игрок, злой, нехороший. То есть им понравилось, как я номинирую, отыгрываю, и они решили продолжить эту историю. Было нормально, было хорошо. Я доволен, остался, главное. Окей, значит, Гарпия говорит, что Таня красный игрок. То, что ты должен говорить, что Таня красный игрок. Все, давай. Хорошо. А, подожди, моя способность. Это еще не скоро. Или скоро. Давай. Ого. Так, теперь Ягобабл. Ох, Ягобабл. Ну давай я убью. Давай я убью Чвики, может, все-таки. Привет. Подожди. Да, Миш. Вы сейчас ничего. Что? Вы сейчас не общаетесь. И сначала я спрошу Олечку, хочешь ли ты быть каким-то другим персонажем из злых? Причем любым. Хочешь ли ты быть либо другим демоном, либо другим миньоном? Ну, не другим. Нет. То есть ты остаешься Ягобаблом, хорошо? Да. Слава, хочешь ли ты быть другим миньоном? Да. Так, каким? Хочу быть ассасином. Окей. Молодец. Все. Спокойной ночи. Привет. Тебя слышно? А, или ты затаился? Да, да. Я слышу, да, я на самом деле затаил дыхание. Я сейчас очень сильно удивлюсь, если это будет не ноль, поэтому у меня сердце замерло. Ноль. Спокойной ночи. Привет. Привет. Так. А я мертвых могу называть? Да. Что мне это даст? Блин, я так заслушалась всех этих болтунов и не подумала. Джерри. И... Ну, нет смысла, если демон, то нет. Джерри и... Ян. Ты узнаешь, да? Благодарствую. Давай. Здравствуйте, ребята. Эта ночь закончилась. Ура. Переобулись, демоны. Итак, у нас новый труп. Это Чвики. И у нас есть времечко пообщаться. Окей, инфа в город. Спасибо, город. У нас был Чвики, Village Idiot, который пришел и проверил Майка Кей, который суициднулся. Майк Кей был синий, спасибо. Потом к Чвики до этого пришли и сказали, что Джерри должен быть красный, потому что ты под Гарпией, дружище. И я такой, ну, понятно, поэтому гнал на Джерри. А потом ко мне пришел еще раз Мишенька и сказал, ты снова под Гарпией, и теперь ты должен гнать на Таню. А потом за второй проверкой он ко мне не пришел, потому что я сдох. Поэтому, ребята, у нас точно Гарпия, и она точно не менялась после убийства Майка Кей. Но опять-таки, если без связи с прошлыми данными, мне очень странно подозрительным кажется Дарк, который почему-то решил вычислять миньонов, не зная никакой информации от слова совсем. В смысле? Ну, то есть, типа, если бы я был Гарпией, рассуждать... Ну вот хорошо, значит, Джерри и Дарк все еще под подозрением. Подожди, Чвики. Что-то не складывается. Нет, ты говоришь, что к тебе пришла Гарпия после того, как они якобы поменяли роль. Но это невозможно, да. Потому что Хэттер отыгрывает, и после Хэттера уже только... Нейт.
Они дважды ко мне. Мэй не обязан. Они могут выбрать ту же, типа. Они могут выбрать тех же, могут выбрать. Мэй, это понятно, да, это понятно. Просто проблема в том, что Гарпи отыгрывает одну из самых первых, и она больше не играет. Она отыгрывает третьей ролью. Ко мне пришел Мишенька и сказал, что меня заставили поменять, типа, да, быть под Гарпи. Говорю, окей, а моя роль, типа, да, я кого-нибудь еще проверю. Он сказал, нет, я тебе потом придумал, что делать видео последний в списке. Я ждал и не дождался. Майк, поэтому... выпили меня, пожалуйста. Ой, фу, Майк, Мишенька, выпили меня, чтобы проще было. Если есть еще видео, я предлагаю уйти в колонию. Я хочу уйти в свой шатер и умереть тихо, свернувшись калачиком. Будет вообще работать как-то, нет? Скажи конкретно. Ты считаешь, ты говоришь, что ты на мьюте на всякий случай. Я ничего не говорю. Стилфил мутант. Тебе ничего не сказали? Нет, мне ничего не сказали. Ну, в смысле, сказали в стол, что ты похож на красного. Нет. Окей. Сейчас, секундочку, я подойду, поговорю с Мишенькой. Так, чуваки, две минуты. Так, Майк, мне нужен Майк. Проблема, что Мишенька хитрый, я мог пробовать просто не сейчас, да, раз ты рядом мутант. Привет. Я назвал меня Оленьку. Я знаю. Окей. Чисто механически, если ты действительно Night Watchman, ты можешь быть еще отравлен. Да, окей, я могу быть отравлен. Или Олечка может блефовать, или там почему-то, не знаю. Окей, да, нет, окей, хорошо. Я себя называл, все равно... Сейчас, Ян, подожди. Блин, я хотела... Скажи мне, пожалуйста, есть ли шанс, что ты хочешь назвать мне свою роль? Я скажу потом ее на весь стол, потому что я... Окей, ты пьян. В этот день. Просто блин, знай, ты пьян. Скорее всего, да, я уже понял, что я пьян, и, короче, окей, ладно. Давай. Сейчас, подождите, Майк, чего? Вообще непонятно, как это делал. Что это было сейчас? Что-то не нравится мне стилфилушка. Ну, убивайте, ради бога. Я хочу сам выиграть. Так. Убивал. Приезжал злобный цирк. Они поставили синий шатер. Так, да. Будут ли госипы? Поднимите руки, кто будет госипить. Я хочу госипить. Окей. Слава, твой госип. Так. Мой госип такой. Стилфил демон. Стилфил демон. Хорошо. Олечка, твой госип. Демон от Джерри до... Ну, до меня справа, в общем. Джерри, Таня, Джерри, Дарк, Таня, Слава, Дарк, Олечка. Слава. Типа демон. Не, ну без меня можно сказать. Джерри, Таня, Дарк, Слава, демон. Хорошо. Это все меняет на самом деле. Хорошо, Стилфил, твой госип. Мой госип, что вторая Дюна отличный фильм. Не принимается, я его не смотрел. Что? Ну, Алайва, ну вот я заявил. Я не госип не принимается, потому что я не смотрел. Так что. Так, Стилфил, будет госип? Стилфил-мутант. Окей. Продолжаем. Итак, номинации открыты. Так, я буду... Сейчас, подождите, дайте мне сказать. Я, короче, вскроюсь, я прям что свою способность, к сожалению, использовал, и, к сожалению, я был пьян. Я Night Watchman, я ходил к Олечке, но при этом мне сказали, что я пьян. И, короче, моя способность ни хрена не сработала, так что... А в каком случае говорят, что Night Watchman пьян? Нет, просто я как бы выяснил, что потому что моя способность не сработала. Тебе пришел Мишенька, где не пришел Мишенька? Пометил как демона, понял. Отлично, ребят, у нас плюс драма. Ничего не понял.
И у нас... Олечка, нам надо было узнать. Нет, я был... Я, скорее всего, нет. Меня нет, я знаю, а в аутсайдере другом. Нет, я думаю, что меня кто-то опенил. Я знаю даже, кто, скорее всего. Да. А почему кто-то опенит? Майк Хэттер, ты дранг, только почему стулфился? Не, не там? Дранг, не дранг. Я не дранг, я дранг в том смысле, что меня самое. Там есть ролик, который делают дрангом. Это понятно, нет, а есть... может быть реальным дрангом. У нас два. Нет, я вряд ли самый реальный дранг, потому что у нас это не бьется. Там номинирует стулфила. Я номинирую стулфила, скажи почему. Смотри, еще раз, Майк Хэттер, ты дранг, стулфил якобы мутант, никто не умирает, после того, как себя называют мутантом. Можно, подождем. Можно, пожалуйста, синий город убьет мутанта? Или не мутанта? Я не знаю, кто он пользу городу не приносит, только мешает. Пожалуйста, убейте Стилфила. Да, давайте его убьем. Если он доживет до конца, это будет трындец, ребят. Ну, вообще, да, я пытался выпилить себя. А можно добавить? Я подъезжу что-то. Добавляй, Олечка, добавляй. Или кто? Я хочу добавить, что я госипила демона с этой стороны. И умер только один человек. Ну, то есть, я сомневаюсь, что по моему госипу. Поэтому... Окей. Аня, ты что голосуешь? Начиная с Олечки, 4 голоса, чтобы заблокировать Стилфила. Ну, зачем же верить? И правду. Во-первых, это может быть. Во-вторых, может быть, кстати, это была... А, все голосуют в него, прям все. Ну, во-первых, это действительно может быть это самое. Я говорю, то, что это могла быть смерть, кстати, от тебя. Может быть, это у нас по, и он просто первый раз не голосовал. Стилфил умирает. Дарка, пожалуйста. Мы идем ночью. Чувики меняют это самое, не знаю, ну, потому что ты Night Watchman, который слил свою способность, которую никак не проверить. Ну, спасибо, блин, и самое, из-за этого меня надо убивать? А что происходит, Мишенька? У нас гримуар? Нет. Нет, очень странно, что, ну, как бы, зная роль Чвики, убивать его сторитейлеру из-за госипа. Я надеюсь, это хоть чуть-чуть подтверждает, что ему там, что, типа, не было больше... Вообще ничего тебе не подтверждает, блин. Ну, ладно. Почему не было еще номинаций? Я все еще хочу спросить еще раз, почему не было еще номинаций? Потому что тебя казнили из-за того, что ты мутант. Привет. Олечка, слава. Хорошо. Давай. Ну да, я не буду убивать. Я все-таки дранком славу сделаю. Да, Олечка, Ян получит один, но... Привет. Ты используешь свою способность? Да, пожалуй, использую. Давай убьем Джерри. Хорошо, давай. Привет. Привет. Дарк и Джерри. Окей. Дарк и Джерри, и ты узнаешь нет. Угу. Здорово. Как приятно долго жить, я вообще. Ты узнаешь один. Потому что как-то не стыкуется. Всем привет. Сегодня я бы хотел объявить праздник в городе, ведь никто не умер. У вас есть несколько минуточек поговорить? О. Так, что? Якобля? Не, может быть, не якобля. Давайте я не немножко вскроюсь ради интереса. Я инкипер. И в этот день или Олечка, или Слава пьяны. Поздравляю. Но поэтому вы не умерли. Джерри, можно влечь? Ну и что, мне опять... Я тоже хочу в тебя влечь. Не знаю, ребята. Так, в эту ночь ты ходил, я правильно понял, Олечка и Слава, да? Угу. А в предыдущую? Стилу и Дарку. То есть технически Дарк мог быть пьян, а Стилфил защищен. Ну или наоборот, да. Но Дарк это не защищает от казни, напоминаю, да, защищает только нот. И я вот как раз ждал от Джерри инфы, не отравил ли он меня. Я думаю, еще Таня, и Слава красный, и Дарк. Ай, черт побери, все такие красные. Я сейчас позвоню Славе, узнаю, не пишет ли он. Не, смотри, Олечка и Слава, если кто-то из них красный, то они оба красные. Тогда Олечка. Ну, типа, у меня на Джерри в ту ночь был... Стивна, моя информация говорит, что Ян Демон
потому что на нем попало. Вот, но я пока не уверена, что я не пьяна. Я теперь буду осторожнее. Этот день я... Один из вас вот пьян. Туда. А, один. Я... Это Мишеньке. В Таню пихаешь? Туда. В Мишеньку пытаюсь. А, Джерри, ты знаешь, какая Таня? Кто Таня? Ты не говорил? У меня есть какая-то информация, мне не разрешали ей делиться, я не буду. Окей, потому что у меня по ней вообще инфы нету. Ян сыгрался третьей тройкой, и кто у нас тогда остается в третьей тройке? И он якобы Саван тогда. Ну, получается, да. Пад, верить ему как-то сложновато. Я ну, пытался да, такого... Да. Инфа на стол. Стол нет. Пока нет? Пока вот, нет? Или... На стол? Ну, пока нет. На стол нет. Ну, блин, мне надо со Славой поговорить. О, чеки. Чеки? Это не так работает, как ты сейчас подумал. Так, у меня большие как бы, вопросы к Яну тогда, потому я что знаю. Если, да, если он типа якобы Саван, а? Кто клеймался еще аутсайдером? Я клеймался аутсайдером. Это Майк клеймался, я есть его Филу Порту говорил, что он мутант, но это он не умирал. Ну, я умер по мутанту, я считаю. Как по мутанту тебя казнили? Ну. Казнили, почему без вторых вариаций? Будут ли госипы? Слушайте, а могло? Алло, алло. Да, простите. Госипы будут ли? Да. Это смешно сейчас. Олечка. Блин, меня, короче, меня моя девонька такая, типа я пересматриваю вот этот вот видос первый, где Олечка появилась, и там я такой, Олечка, Олечка, она такая, какая нахер Олечка? Слава, Валера же на монтаж. Да, да. Олечка, твой госип. А Валера, кстати, есть у меня, так что давай аккуратнее. Подожди, дай мне... Ну, получается, я тоже сам... Нет. Мы все еще верим в госип? Я госиплю себя госипом. Я синий стол, простите. Просто убить человека. Кровь ради крови. Окей. Ну, это что-то такое. Ну, а что? Ну, я просто раз играла. Слава. Ладно. Я госиплю то, что... Джерри демон, так скажу. Но я не госип, ладно, для галочки. Окей. Все, я уже говорю. Номинация открыта. Сколько у нас осталось игроков? Так, надо убивать. Ян номинирует шесть. Так, Ян номинирует кого? Олечку. Скажи, блин, почему? Госип не госипит, вернее госипит, но госипы не работают. Плюс у меня еще есть дополнительный пинг, не скажу от кого, не скажу какой, потому что этого человека сразу же убьют, что она красная. Олечка, твой... А у тебя еще есть ощущение, что нас выбирают, кого убивать? У меня такого ощущения нет. Окей. Но я думаю, первая смерть была не по гусь. Хорошо. Майк, ты хочешь добавить что-то? Я хочу добавить, что действительно Олечка и Слава кажутся очень красными. Но, ребят, у нас может быть по, и если у нас по, то у нас последний день. Номинации, в смысле, уже случились, и теперь начинается Слава. Давай. Можно комментарий тоже? Я не представляю, что Джерри инкипер, но если, предположим, он действительно инкипер, он отравил меня или Олечку, тогда получается олечкинский госип в эту ночь не сработал. Правильно? А она клеймала. Нет, в это не сработало. Я, да, Таня, Джерри. Понимаете? А тогда получается мог работать как раз. Ребят, миньон спасает демона сейчас. Чуйка, ты хотел? Восстание, вы что, я зам за него готов проголосовать, в принципе. Дело не в этом. Дело в том, что вы информацию о госе поигнорируете. Подними руку. Еще раз. Пад с нулем. Чтобы, нет, Майк, чтобы понимали, как вот госип делать, работает. Да? На вся... Почему мне не нажимается? Так, ты... еще...
еще раз, чтобы вы понимали, кто как Госип работает, если Госип был отравлен днем, а ночью стал не отравлен, то его способность работает, если он сказал стейтмент правильный днем, даже несмотря на то, что он был отравлен. Если он сказал правильный стейтмент днем, будучи не отравленным, а ночью он стал отравленным, Госип не работает. Это на всякий случай. А как я могу ночью стать отравленным? Потому что у нас есть эртипер, у нас есть эртипер, который идет... Начиная со славы... Он, и он приходил к тебе, он три голоса. Голосуйте, ребят, прям важно. Почему, блин? Ребята, Майк, почему ты самый? Тратишь свой голос? Трать свои, блин, мертвые, пожалуйста. Да пусть тратит. Ну хрена. Нет, пусть тратит, это плохая история. Ну пусть синий город выносит голос. Таня номинирует Яна. Так, подожди. Таня номинирует Яна. Скажи нам. Да, подожди, дайте мне еще сказать, блин, ну ёбаный. Я тоже хочу сказать, ты Яша молчу. Блин, Таня. Я уже не успею. У тебя же нету шила в жопе. Давайте. Нету, проверяю. Есть правда большая вероятность, что мы тут стоим на краю, поэтому я вскроюсь. Я Fortune Teller. Первый раз я проверяла Чвик и Стилфила, получила нет. Второй раз я проверяла Яна и Джерри, получила да. Третий раз я проверяла Джерри и Дарка, я получила нет. Во-первых, это. Во-вторых, мне кажется, Олечка правда Госип, а Ян сейчас пытается замочить мирного жителя. Так, можно мне комментарий? Можно мне комментарий? Ян, твоя защита. Моя защита. У меня есть инфа, я ей поделился с теми, кто реально синий. Таня, кстати, для меня... красная, и по этой инфе, ну, я прям с первого дня был очень открытый, и по этой инфе Олечка красная, поэтому я номинировал ее. Ну, и, собственно говоря, да, играю за синий город, по-моему. Хорошо, Дарк, твоя коммерс. О, у меня три руки! Так. Отлично. Я... Так. Тихо, Ян, подожди. Блин, ну, Ян, все, дай три руки у тебя. Я 10 рук. Так, дайте мне сказать. Ян мне представлялся третьей тройкой, из третьей тройки он тогда только савант. Я не видел, что он вообще ходил в книжнике, и вообще его тогда инфа вообще никак не бьется. Ребята, okay. Я эмпат. Начиная со стилфила, три голоса, чтобы сравнять, четыре, чтобы заблокировать. Почему? Потому что я не знал, кто ты. Я же сказал, я тем, кому я сказал. Я бы был 0-0-0-1. Ну, молодец. Ян, на эмпате ты ужасно играешь. Просто ужасно. Давайте не переходить на личности, пожалуйста. Эмпат был пьяный. Пять голосов достаточно. Будут ли еще номинации? Ян знает, вы что я кто-то любила, кого-то, Ян 100% красный. О, синий. Ну, поддерживаю, скорее. Ну, играет, ну, странно очень. Пять. Ну, блин, да ладно, ну... Четыре. Мне верится, что Ян синий игрок. Выставьте Таню, которая молчала с игру. Выставьте Олечку, блин. Один. Слава, который думает, что Сушерман... Ян. Умирает. Поймал на оговорке, никто тут раскручивал. Ребята, послушайте. Салоник. Ян умирает, и мы переходим в ночь. Продолжайте. Ну окей, у нас... Правая половина стола есть. Ну, сложно. Сложно. Я не помню, ты говорила ли она что-то или нет. Да. Чисто дабл-чекнуть. Я не пропустил? Ты не говорил? Ты пропустил, блин. Ты пропустил и в первый день пропустил. Я говорила нормально. Блин. Первый день я слышал и убил. Или нет. Ага, или ты была там отравлена, еще что-то. Во второй день я тебе написал. Ты сказала... Да, я сказала. Ты сказала об аутсайдере. Я слышал один раз. Ну, ты же написал это, исправил. Я сказала не аутсайдерах, а аутсайдере. Я уже и так сказала, и так сказала. Нет, нет, подожди, ты в предыдущий, ну, в поза тот день ты сказала... Говорила «ах», «аутсайдерах». Этого я не слышал. А в этот день я говорю «аутсайдере». А, и говорила вообще там раза три. Ну, неважно. Ну, ты вообще, во-первых, ты должна сказать это публично, чтобы слышали все. Да, публично я это говорила на стол, и ты там был. Да, возможно, я в этот момент говорил. Просто это в тексте было. Я поэтому сейчас и прошел, и пришел посмотреть. Тебе я написал именно о том, что ты в тот день сказала об аутсайдере, а не об аутсайдерах.
Поэтому я тебе это, ну, типа, сказал, что это, ну, это не будет считаться. Ну, вот. Окей, если ты сегодня сказала, я думаю, что я пропустил точно. Я это поняла наоборот. Я понял, понял. Я тебя засчитаю. Я понял. Я понял. Я сказала наоборот. Окей, я засчитаю. Я засчитаю, потому что, ну, тут непонятка была. Сегодня ты сказала сколько раз на публику полностью? Два. Два точно. На видео будет записано, слышно. Окей. Я помню, что два... Вопрос. Ночью не считается, когда я говорю при всех? Ночью нет, не считается, конечно. Днем только считается. Ну, тогда я в прошлый день я говорила ночью просто. А, ну, не, ночью не считается. Тогда не... не. И при этом я ночью-то ухожу и не слышу ничего. Ты должна это сказать днем публично. Сегодня ты днем публично говорила два раза, ты сказала? Я потому что, мне показалось, я один раз услышал. Блин, я вот про ночью. Один точно был. Давай один, так, давай один на одном сойдемся. Был? Давай один считать, да, черт. Потому что мне показалось, что я один, ну, типа, говорил в этот момент. Я прям... А ночью не считается. Не хочу прям жестить, да, как Марен. Давай. Давай. Жаль, что один. Привет. Так, ну что, Олечка и я. Ты и Олечка? Да. Окей, давай. Да, я убью так и типа, да, так вот будет. Сейф, дранк. И я убью Дарка. И... Да, хорошо складывается. Ну, типа, тут уже попытаться ребятам надо как-то. Привет. Ты что, меня дрангом опять сделал? Это ужасно просто. Выбери двух игроков. Слава и Олечка. Ты узнаешь, да? Давай. Давай. Очень неправильный выбор. Надо было себя и кого-нибудь из них. Ну ладно, это я шучу. Кто я такой, чтобы кого-то учить? И все. Вот сейчас мы поиграем, потому что я думаю, что расклад отличный. Все, можно сослаться на По и то, что Джерри защитил этих ребят и умер только Дарк. И поэтому будет супер вообще логично. Видимо. Здравствуйте, ребята! Сегодня день не такой праздничный. Ой. Мы лишились Дарка. Так, и еще. У вас есть три минутки нет, поговорить. Нормально, это информацию, но. Гости, да, ребят. Итак, пусть видят, что я отыгрываю роль. Шермена. Да. Подольше. Наверное. Ты можешь какую-нибудь получить эту совет. Да. Но я тебе никакой совет не скажу. Да, проговорю, наверное, то, что типа давай. Ты не скажешь. Это будет тема с изгоями. В том, что ты советуешь все-таки уточнить количество изгоев. Вот, и еще раз проверить, да. Какой у нас демон. Да, да, давай. Вот так сказано. Давай. Не, ну типа логично, что если ты уже проверил всех, кроме Славы и Олечки, у тебя было только одно «да», если выбрать и Славу, и Олечку вместе, будет 100% «да». Надо было кого-то одного из них выбрать, и там Майка. Нет, я тупая. Бывает, ладно, посидим. Что посоветовал нам не ведущим, еще раз обратить внимание на то, что мы не до конца разобрались с количеством изгоев, и до сих пор не понимаем, какой у нас демон. Казали. Так что подумать надо на этот счет. Стилфил, ты про себя? Нет, я говорю, что демон такой казали. Давно это говорю. Обоснуй. У нас больше двух аутсайдеров. А почему? Я... Ранг, хантер и мутант. А Таня, ты кого сегодня проверяла? Ну, и мне уже Свик сказал, что я протупила, я проверяла, естественно, Славу и Олечку, которых я не проверяла, и, конечно же, мне сказали на них «да».
что один из них, да, демон. Но я теперь после разговора с Вики поняла, как сильно я тупанула в этот момент. Я так не говорил. Так, Джерри, а ты кому? Я поняла. Если не секрет. Если ко мне просто, то моя инфа может быть сейчас с левой. Чего? Джерри, кому ты ходил? Повторяю. Себе и Олечке. И себе Олечке. Олечке. А зачем ты ко мне пошел? Убили бы по моему госипу, и было бы понятно. Что непонятно? Я знаю функцию Тани, и если я ее отравлю, она не даст никакой пользы. Поэтому я к ней не пошел. Не, у меня херовый, конечно, госип, я понимаю. Но госип что-то может драться. А почему не слава? Что? Почему я? Не, ну с другой стороны. Я ж объясняю, потому что я хотел спасти. Не, я понимаю, что я мог, по идее, выключить потенциального демона, но я не уверен, что он демон. Поэтому я решил, что лучше спасти синего игрока, чем убить врага. Чего хлосипить? Вообще, смысл? Раз уходил ко мне, в любом случае, моя информация получается правдива. Вот, по крайней мере, у меня есть вопрос к столу. Ну, к той половине, которая присутствует. Ну, я понимаю, просто все же разбежались, что я могу сделать. Ну, давайте. Маша. Не знаю. Что, если Джерри ко мне... Джерри скажет. Ну, давай. Джерри, скажи, и перейдем к госипам. У нас во второй ночь, да, не было смертей, я правильно помню? Да. На второй? Каким образом? Третью или... Ну, то есть, есть два плана. Окей. Допустим. Либо демон отравлен, либо защищен кто-то. Не подходит вариант отравлен, потому что оба потенциальных демона мертвы. Будут ли госипы? Поднимите руки, кто будет госипить. А что госипить? Кто у нас потенциальный демон? Оля, не надо госипить сейчас. Ты что делаешь? Если мы попадем сейчас госипом, минус игрок. Нет, она может просто прогосипить. Ну, в принципе... Госипов мне навалите. Это сейчас такая подстава. 4 игрока. Я бы, честно, на социалке и на эмоциях верю Джерри, чуть меньше, но все-таки верю Тане. Я бы на вашем месте, господа мертвые синие игроки, выбирал бы между Олечкой и Славой. Номинации открыты. А, так и есть. Было бы легче, если бы сказал, кого именно. Это понятно. А я проверка на Олю. Ну вот, Майки, озвучь мысль, если хочешь. Ну, когда мы голосовали за Олечку, и даже я потратил свой мертвый голос, то Слава не особо за нее спрягался. Он сказал, что даже я, если хотите, я даже могу за нее проголосовать, но он этого не сделал. Вот. Ну, то есть, если бы я был миньоном на месте Славы и пытался защищать Олечку демона, то я бы как-то более активно действовал и как-то более активно перекидывал стрелки. Он этого не делал. Так что я думаю, что Олечка — это миньон, а Слава — это демон. Но, может быть, стоит подождать одну ночь. Я не уверен насчет этого. Я боюсь, что станет Олечка Слава и что-то это не все, наверное, слышали, кто-то по приватному сбегался. Я применил способность рыбака, фишермена. Было посоветовано разобраться с количеством изгоев и том, какой у нас демон, что мы до конца не понимаем. А способность фишермена — это очень сильная способность. Она просто так совета не дает. Мы до сих пор не понимаем, кто и как убивает. Второй запрос на номинации. У нас и Казани может, потому что меняется количество усадок. Жаль, номинирует Славу. Скажи нам, почему? Способность Славы, которую он заявляет, что у него есть, для меня сейчас звучит предельно странной, по той причине, что, я не знаю, возможно, весь стол знает, я не знаю, это возможно, но информация об этом не была предоставлена, или хотя бы намек на нее до этого. А тут внезапно, в конце игры, когда фактически финальные события происходят, мы заявляем что-нибудь. Как бы мы такое уже видели, это больше похоже на попытку вызвать к себе синеву, что вызывает сомнения. С другой стороны, я делаю следующие выводы. Я ходил к двум игрокам, к Силфилу и Дарку, в предыдущую ночь. В предыдущую ночь, простите. И никто не умер в ту ночь. Тут появляется вопрос, как это могло случиться. Конечно, я мог защитить одного из них, когда их должны были убить, допустим. Но у нас мог бы быть По. Да, который тогда, если не убивают, убивает троих. У нас не По. Мы можем в этом быть уверены. У нас остается, соответственно, три других демона.
Фангул, который бы добавлял нам аутсайдера. Я не верю, что у нас есть еще один аутсайдер, честно. Хотя нет, я, может быть, я являюсь дранком. Это классный момент поверить. Но, скорее всего, у нас не Фангул. Поэтому у нас или Казали, или Эгобабу. У нас нет кого-нибудь, кроме Силфила, кто бы серьезно пытался что-нибудь говорить в непопад или в попад, но много раз. Я думаю, что, к сожалению, я вынужден согласиться с позицией Силфила, что у нас Казали. Отсюда у нас есть информация, сколько у нас аутсайдеров. Я закончил. Слава. Так, ну давайте, значит, первое, ну я про Германство на самом деле говорил, сначала в тройках называл это, вот, параллельно немножко подгося пока силу, но потом понял, что смысла большого нет это делать. И хотел в прошлый день применить способность, но после того, как узнал, что ты сходил и попил с нами, и с Олечкой, со мной, как говорится, и понял, что я могу быть отравлен, поэтому не стал этого делать, дотянул до сегодняшнего дня. Сейчас уже ближе к концу, поэтому я в любом случае применю. Даже не знаю, сходил ты еще раз ко мне или не ходил. Вот. Это что касалось способностей и как я клеймился. Вот. Далее, ребят, способность фишермена очень сильная, не надо ее игнорировать. Вот. И она нам дала точное указание, где искать. Если искать среди количества аутсайдеров, то мне видится при нашем раскладе только одно, что мы выпускаем где-то дранка. Вот. Если думать о демонах, то правильно, да, это либо Казаль, либо Фангул. Но я, в отличие от Джерри, не согласен с этим. Я считаю, что это Фангул. И вот, возможно, Джерри был как раз-таки дранком, например, вот, и к нему уже давно сходил Фангул. И тогда, возможно, там сидит злой сейчас игрок, который круто, очень круто кидает. Хорошо. Комментарии 5 секунд. Нет? Тогда, начиная с Дарка, 2 голоса, чтобы заблокировать Славу. Но Майк руку держал все это время. Он... Да, он... И... Я спросил. Нет, это ну, поднимайте руки, потому что у нас последний гост Ваня в любом случае. Может, кто-то еще как-то не понимает с изгоем. Я вот до конца вот сейчас вот просто вижу, и все ясно. 4 достаточно. Да, первый, да, вышел. Таня на меня рукалечку. Олечка, скорее всего, дранг. Скажи, почему? Слава, мне сложно поверить, что Слава демон, учитывая, что нас осталось... Нет, 4 Ян. 4 человека и 2... Что нет, Ян? Нет, Ян, подожди, я расскажу. За Славу сейчас проголосовали и Олечка, и Джерри. Если бы Слава был демоном, а кто-то... А Олечка, допустим, вместе с ним красный, то как будто бы таких голосований не было. В этот момент, конечно, может быть, мы уже убили миньонов, но... Я мне... думаю, что миньон мертв, да, поэтому я не думаю, что... Только выходить из этого, я не Дарк, думаю, подожди. Все, Олечка, твоя защита. Ну, это глупо, можете меня убить, я за. Но я считаю, что мы нормально сейчас поставили на пол. Окей. Начиная со Славы, 4 голоса, чтобы... Стилфил, наверное, комментарий. А, Стилфил, скажи. Вообще, Слава поставила свою последнюю тройку в самом начале еще в личном разговоре. Так что, возможно, это да, но все равно это самое, это хорошо клеймится этим самым, блин, фишерменом. Олечка, пожалуйста, только не голосуй за себя. 4 голоса, чтобы заблокировать Олечку, чтобы сравнять. 5 голосов, чтобы заблокировать. Начинаем со Славы. Если ты синий игрок, пожалуйста, не надо с тобой голосовать. Так, ну что, мне поднимать? Я готов поднять. Нет, иди не надо, Стилфил, не надо. Да поднимайте, что вы. Синий город-то у нас. 2 красавцы. Недостаточно. Итак, будут ли еще номинации? 5, 4, 3, 2, 1. Это просто Слава, должна сказать. Джерри, и то из. Я знаю об аутсайдерах. Что? Слава умирает. Об аутсайдерах, аутсайдере, я знаю о них, да? Миш, ты слышал? Что? Оля. Ты Бабл. Знаешь о них? Да, Бабл, я. Таня умирает. И мы переходим. Да, насыпала сейчас вообще. Джерри умирает. Я неплохо на эмпатии играю. А миньон Слава, да? Да, да. Господи, я так этим косипом затупила, блин. Да, да, да. Я всех перепутала. Итак, у нас Олечка, Эгобабл,
Ай-яй-яй-яй. Мы перепутали все фразы, все окончания. Вообще непонятно было, когда это. Я расскажу чуть-чуть. Мишенька, а можно уточнить? То есть я был пьяный в эту ночь, получается? Да. Ну так сейчас ты узнаешь. Итак, у нас был Майк Хеттер, который умер в первый же день, во второй, да, в первый день, потому что Стил Фил не умирал. И демон и миньон могли поменять свои роли, но демон остался демоном, а миньон с гарпии перешел на другого миньона. А поэтому первую ночь, когда Village Idiot Chicky узнал, что он должен клеймить Джерри, он круто это сделал, а во вторую ночь, перед тем, как умереть, да, он тоже узнал, что он должен быть против Тани. И когда днем он проснулся и сказал, что он под гарпией, никто не умер. Это означает, что гарпия уже не работала. Я просто тебе, Чуйки, хочу напомнить, что если бы ты даже был мертв и не продолжал бы топить Таню, то Таня бы умерла, и ты бы умер еще раз. Интересно, не знал. Да, и очень тебе повезло, что миньон решил сменить свою роль. Вот. У нас был Steel Phil, мутант, за которым я ходил весь день. Он хитро намекал всем, кому не попадя, что он мутант. И потом перед всем городом грозился тем, что он тоже мутант. И именно поэтому я оставил его в живых в эту ночь, в этот день. Имею право. И при этом Майк хотел умереть, то есть Steel Phil я оставил напоследок. И он сыграл как мутант все равно. Есть, я так и понял. Хотя это могла бы быть смерть от Ягобабла. Что еще было? У нас был Ян, эмпат. Вы представляете? Который получил 0 в первую ночь, во вторую ночь получил 0, ведь умерли Чвики, и Майк, и Джерри был инкипером. А в третью, ну, в следующую ночь получил 1, ведь умер Стил Фил, и Олечка была красной, как вы понимаете. То есть инфа Яна была всегда верная. Джерри же сначала сходил и выпил с Дарком и Стил Филом, и отравил Дарка. Дарк поэтому, придя к Олечке, не пришел к ней, на самом деле. Не дошел. Где-то лежал у столба, судя по всему. Но, тем не менее, ребята быстро скооперировались с Джерри, вроде как, и поняли, что все бьется, потому что Джерри к нему ходил. Вот. И у нас была Таня, Fortune Teller. И она первую ночь гадала на, не помню, на Steel Phil и Джерри, по-моему. Чвики. Да, потом она узнала Джерри и Ян и получила «да». Потом она попросила Джерри и кого-то еще, Майка, нет? Дарка, и получила «нет». И в конце она узнала, вместо того, чтобы, как ей правильно сказал Чвики, выбрать между собой и другими игроками, она втащилась в Олечку и Славу и узнала «да». И, конечно, это немножечко критично было в итоге, да, как по мне. Тем не менее, вся информация тоже была правдива, и Таня дожила до конца. Ну и Слава был ассасином, и тут был у меня сложный выбор, ведь В первый день Олечка произнесла один раз фразу. Опять же, речь о том, чтобы произносить ее в горы, ну, публично, днем. И я услышал это только один раз. Фраза «знаю об аутсайдерах». И что произошло? Я убил одного человека. Во второй день она сказала «знаю об аутсайдере».
И я ей сказал, что, типа, ну, я никого из-за этого не мог убить. Хотя у меня были такие, типа, ну, окончания, блин, ну, блин, ладно. Я ей написал, типа, знаю, не знаю об аутсайдере, а, ну, или там что-то, а знаю и, об общем, аутсайдерах. Да, это запутало меня еще больше. И я ее запутал еще больше, но это не особо, как бы, сыграло на самом деле, неважно. В третий день Олечка уверяла меня, что я, она там сказала 20 тысяч раз знаю об аутсайдерах. Это было ночью. Но да, оказалось, что она ночью это говорила, я этого не слышал, я слышал только один раз, мне показалось, что я слышал, я пришел к ней уточнить, говорила ли она сказала да, и я в целом тут поверил. Но во вторую ночь, так как она не сказала ничего, то я ей убить никого не мог. И при этом Слава, уже будучи ассасином, должен был выбирать, ну, вернее, он мог не выбирать, но он решил выбрать. А Джерри выбрал Олечку и Славу, и тем самым мне надо было решить, кого отравлять. Типа Олечку и либо Славу. И я отравил Славу. Поэтому он впуск в холостую выстрелил в Джерри и не убил его. Вот, класс. И, не, ну, и погрустил, наверное, об этом по этому поводу чуть-чуть, но тем не менее, это очень крутую ситуацию создало, как по мне, что в игре по. И я тут с Джерри абсолютно не согласен, когда он последний свой номинацию свою делал, сказал, что у нас точно не по. Как раз супер было логично, что у нас по, ведь ты защитил себя и Олечку, и умер только один человек, когда должно было умереть три. И тут круто бы билось то, что Олечку и Джерри выбрал демон и Дарка, и они, и вы не умерли с ней. Ну, мы тебя раскусили. Ну да, к сожалению. Я такой, эх, ну ладно. Вот, не туда логику пошла. Вот, и вот такая, собственно говоря, игра. Олечка накидала вам, знают, что она знает об аутсайдере в конце. И, ну, и в целом, в любом случае, в Славу уже проголосовали. И ей... Ну, 50 на 50, блин, я думал, что Олечка не будет так... Вот такая игра. Сердце эмпата разбито, ребят. Очередной раз. Миша, ну, после этих, после этих пяти рук справа, мое сердце разбито. Особенно от Джерри. Я ему рассказал про свою роль, свою инфу ему а дал. А мне не доверял вообще. Так. А тебе я, честно, удивлен был, как Ян вышел. Ну вот, я все время что-то думал, что это. А, не ты же решала, кто же не выбирают. Да, что, Джерри? Вот такой вопрос. Я правильно понимаю, что если бы мы даже... Ну, то есть, кого бы мы номинировали в конце, было бы без разницы, потому что у нас Олечка остается живая, она просто автоматом отстреливает сколько надо и убивает сколько нужно. Я решаю, кто типа... Ну, когда это работает, соответственно... Естественно, как бы работала способность Эгобабла, типа, его номинируют в первый день, он такой, знаю об аутсайдерах, и, короче, 20 раз это говорит до того, как его действительно убивают, и все умирают, естественно, так не будет. Если бы в последний день вы номинировали Олечку, и она бы уже умирала, ну, убил бы я одного, там, персонажа, например, сегодня, вот, сейчас, но, ну, типа, чтобы, может быть, смутить город. Но когда бы было уже понятно, что Олечка заблокирована и умирает точно, не, больше ничего ее не спасет, то я бы ее убил. Окей. Просто я до самого конца не мог определить, кто из Олечки и Славы является демоном. Да-да, угадай-ка. У меня, это... 50 на 50. Нет, меня очень сильно сбила Таня. Когда она такая сказала, не, ну, Слава не мог бы, если бы он не был бы миньоном, так защищать своего демона. Он бы так не играл. Я такой, ему надо бы так не играть. Я говорила, что Олечка, ну, явно демон, а Слава нет, потому что Олечка за него голосовала. Слушай, меня этот момент сильно сбил, потому что я изначально был уверен, что Олечка была демоном. Олечка была демоном, а вы не проголосовали. Я говорю, что сам аргумент был вот как-то... Блин, я так натупила с госипом изначально, вообще забыв, что это там госип, а не гэмпер. Да-да, я же говорю. Я пытался помочь как мог в этом плане, типа, но, да. Странно было, когда ты сама себя загосипила, типа, я госип, чтобы убить еще одного игрока, учитывая, что у вас, возможно, по,
Я тебя умоляю. Там ведешься как идиот, веди до конца. Между Славой и Олечкой двое красных, но было хуй с хуй, непонятно. Ну да, да. Это да, как бы. Тут был чат-консилиум между мной и Яном и Майком на тему, типа, все-таки кто между Славой и Олечкой. Я выступал за Олечку. Ты выступал за Олечку. Короче, это было жестоко, Миша, давать нам со Славой после предыдущей игры два раза. Это прям очень жестоко. Это рандом. Да, я подумала, что это Миша, он бы по-любому так сделал. Это рандом. Это рандом. Да, рандом. Вы чё, псы? Вы чё? Всё, на этом видео заканчивается.